упражнение по тетрадке вниз по ветру. Так мы двигаемся ровно против вниз по ветру. Кайф на 12, опускаемся вниз, ноги назад. И наша задача просто держать кайф на 12, больше ничего не делать. И мы, дрейфуя, поплывем вниз по ветру. Главное, не спешите. В кайтсерфинге нельзя паниковать и спешить. Кайт сам все сделает, и вам просто надо направить и получать удовольствие от процесса.